2,5 десятилетия назад в одном из густонаселенных микрорайонов нашего города открылся детский сад с ласковым названием «Дельфиненок». Сегодня это современное дошкольное учебное заведение с крепкой материальной и методической базой, сплоченным коллективом единомышленников. На днях «Дельфиненок» отпраздновал свой юбилей. Фойе украшала выставка детских работ. Каждая группа подготовила поделки, выполненные руками малышей. Праздник открыла вокально-танцевальная композиция «Ты родился», которую ребятишки из старших групп исполнили вместе с воспитателем Натальей Адам. Коллектив «Дельфиненка» в лице заведующей Людмилы Георгию принимал поздравления от имени городского головы, от благотворительного фонда Урбанского «Придунавье», от городского отдела образования, от коллег-педагогов из других дошкольных учебных заведений. И были еще выступления. И детские, и взрослые, и серьезные, и шуточные. Буквально каждый сотрудник детского сада принял участие в праздничном концерте. Ведь способностями обладают здесь все. Потому что, когда работаешь с детьми, открываешь себе неизведанные ранее таланты. Но завершился праздник выносом огромного именинного торта. С днем рождения, «Дельфиненок». Тамара Бобровская, веб-студия «Курьер».